23 сентября в стенах Луганского государственного университета имени Владимира Даля стартовало историческое событие – референдум по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Студенты и преподаватели Далевского университета, а также жители Луганской Народной Республики с самого утра пришли на участок для голосования. Также в голосовании приняли участие ректор и администрация Далевского университета. Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля поделился важностью проведения референдума на территории республики. Наконец подходит время, чтобы каждый настоящий гражданин республики отдал свой голос. Мы хотим вернуться в свои родные края, в свою отчизну, в свою родину, чтобы отстаивать наш русский язык. Да, 8 лет – это был период сложный. Но мы выйдем все и отдадим свои голоса, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации отдельным субъектом. Во время референдума в Далевском университете проходила акция «Волонтеры за победу». Далевцы в качестве волонтеров раздавали наклейки, флаги и флаеры в поддержку проведения референдума. Сотрудники и студенты Далевского университета рассказали о проведении референдума в университете. Сегодня у нас знаменательное событие, первый день проведения голосования, референдума. Вы можете посмотреть, какое активное участие принимают наши студенты и преподаватели в этом мероприятии. Все студенты и трудовой наш коллектив, все прекрасно понимаем, для чего это нужно, как это важно для нас, потому что это даст наконец-то нам определенность для нашей жизни, дальнейшего развития. Я считаю, что проведение референдума очень важно для нашей республики, так как каждый человек может высказать свое мнение. По всей территории республики референдум будет проходить в течение 5 дней. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Водолацкий Виктор Петрович рассказал о проведении референдума в других городах республики. Никто не ожидал, что в такую непогоду, в такой дождь люди будут идти на избирательные участки. Мои коллеги, которые сегодня находятся во всех городах и районах Луганской Народной Республики, это 30 депутатов Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, информируют каждый час о том, какая явка, какое количество людей приходит на избирательные участки. Мы получаем фотографии в режиме реального времени и очереди в городах и районах на избирательных участках, они не иссякают. Люди хотят, чтобы быстрее прошел референдум, чтобы Россия наконец-то волеизъявление людей услышала и приняла правильное решение, которое здесь ждут 8 лет.